Вставай и берись за мою палку. Пора валить, не одобряет. Дрищ гурман. Кровавая кишка. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1, давай! Ай, нет. Вот бы не подниматься, чтобы людей этих, которые меня бросили, 69 метров, не видеть, отдохнуть от них. Всего несколько снежных хлопьев мне в Всего несколько лестничных заледенелых... Всего несколько заледенелых лестничных пролетов. Нет. Нет. Ветрено. Хочешь туда? Всего несколько заледенелых лестничных пролетов, и мы опять в теплой машине. Говори сердцем, Миша. Я попробую. С одного дубля сейчас запишешь. Погнали, смотрите не будет внимательно, этого. Сейчас будет сделано. Сука. Да, вид на Розий хутор, конечно, просто бомбический. Но, если вас интересует вид с высоты птичьего полета на море... Было! Забыли. Ваши крайне узкие запросы сейчас будут удовлетворены. Погнали! Тихо, я анкад записываю. Ну-ка. Памятник доктору Стрэнджу, который не уверен, что справится с операцией. Доктор Кир не уверен, что он сможет снять не панораму. Кир запускает дрон, и мы прочитали, что местный мэр хочет запретить полеты дронов с завтрашнего дня. То есть сегодня последний день, когда можно летать. Миша попросил внести важную правку. Возможно, это не мэр запрещает вас. Возможно, у мэра нет таких возможностей, поэтому спасибо за внимание к деталям, Миша. Что тебя смущает, Кир? Ты снимаешь навигатор? Да. Ох, все так докопаются, что мы едем не в ту сторону. Я просто переверну кадр, и никто не догадается. Все так докопаются, что у нас не праворульная машина. Я с водительского сиденья снимаю. Все так докопаются, что у тебя нет водительских прав. Ну, у нас никаких прав нет. Все так докопаются, что ты не Усачев. Чё? Так, и чего? Просто спасибо, океанариум так, пойдет. Нет, отойди чуть подальше. Что ну это? Спасибо, блин, океанариум. Дай подсвечу. Сука, ты моя актерская игру. Осветитель Руслан, выйдите из кадра. Хочешь, как с Кристианом Бэйлом было? Ой, сука, сноуборд. Анкат их. Езжай как можешь, я еду за тобой. Что? Я сказал, езжай как можешь, я еду за тобой. Панин! Ты сошел с ума! Объедешь меня или нет? Панин! О, Панин. Миш, Миша, нет, зачем ты сел? Во-первых, отодвинься от пропасти. А во-вторых, вставай и берись за мою палку. О, Господи, вставай и берись за мою палку. Руслан так это возьмет в анкаты. Направо! Налево, 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 налево! 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 Нога! О, сука! Ну я же торможу.
Но оно не тормозит! Что бывает, когда твой друг сноубордист? Вот это 24 часа в сутки. 20 минут подъема и 40 минут лежания на склоне. Правильно, надо полежать еще. Иначе не по-сноубордски. Он так умер, мне кажется. Так сильно умер. Зачем-то пытается ехать дальше. Миша, надо было снять сноуборд и подняться. Ты умрешь на этой трассе. Кстати, как вы заметили, Мише очень понравился зимний отдых, поэтому ему и следующий выпуск очень понравится. Но это пока сюрприз. Это Норильск? Да. Как впечатление, Миша? Дышать тяжеловато, но мне остался мизинчик, чтобы... Не знаю, зачем Киру в попе елозить. Самое главное, что у тебя карточка на месте. Да, рядом... Какая карточка, ребята? Я могу это самое пайпасить телом своим теперь? Метро оплачивать. Как тебе твое творение, Кир? Оно живое. Как я смогу? Как я буду снимать сюжет? Как и раньше, никак. Что вы сделали со мной? Вы будете у меня всегда в сердце, как и банковская карта Тиньков. All Airlines. Я смог позволить себе все это на мили. КГБшка. Отогнал! Не бойся, Кир! Голуби нам не страшны, Кир. Секунду, подожди, нужно с горочкой положить. Утрамбовывай. Рукой прям вот так. Да, так. Да, сука. Ну. Давай, шприц, чтобы почувствовать. Yeah. Как будто фиш строю стадион. Надеюсь, ты наложишь этот самый звук от саксофона. Эй, Панин, ты зашел с ума. Но все-таки место, которое знакомо большинству наших сограждан в связи с Олимпиадой в Сочи, это Олимпийский парк. Для того, кто едет за вами, он у вас не врежется. Если вы опять упали, постарайтесь убедиться, что никто не видел и не снимает это на камеру. А то потом в неудачный дубль попадете, все будут писать в комментариях: «Руслан не умеет кататься». Хэштег: «Руслан, ты чё, лыжник?» Обожаю мили. Мили-мили-мили-мили. Мили. 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 Мили-мили-мили-мили-мили. Мили. 207 метров. Миша, страшненько. Ну нет же, вы не можете подбирать под подписчиков на свой канал, когда не выпускаете видосы. Попробуйте ответить более как тюлень. Отлично, вы приняты в такси Гет. Теперь ты нормально снимешь? Теперь я нормально сниму. Спасибо, Кир. Я рад, что научил тебя снимать. Даже потратились на курсы повышения квалификации для местных таксистов. Все. Руслан, еще раз.